Всем привет, это Кочмар, и я начинаю играть игрушку Дебт, в которой сейчас проходит акция Вурдалаки и Гоблины. Вот. В этой акции надо участвовать в боях, зарабатывать вот очки опыта, за которые даются награды. Ход процесса наград показывается на главной, но сейчас почему-то... А нет, вот он, вот ход. Да вот, событие продлится 1000 дней. Вот, за каждый несколько этапов дают вот такой вот сундук, который называется Вурдалаки и Гоблины сокровища. Вот, в этих сундуках находятся довольно редкие скины, которые можно продать за немалые так деньги. Кроме скинов, еще дают всякие вот медальки памятные, какие-то вот снаряжения против зубов, бонусные очки, бронза. Вот. Ну, это, короче, фигня полная. Это ничего не дает такого. Это просто предметы, которые лежат в инвентаре, занимают только место в вашем инвентаре. Вот, ничего особого. Я вообще не знаю, зачем разработчики дают эти все медальки. У меня уже их... Я только одну акцию провел, которая называлась Void. У меня уже накопилось этих медалек. Зачем они мне? Зачем? Это все просто шлак, мусор, который загрязняет инвентарь. Вот. Но вот сундуки, да, действительно, из которых выпадают скины, вот это действительно вещь. Вот это, я считаю, разработчики должны были... Ну, это разработчики могли бы оставить, а все остальное просто убрать, оно не нужно, я считаю. Что это за снаряжение против зубов? Зарабатывать очки за своих любимых акул. Использовать акул и дайверское снаряжение в матч Деп. Победитель турнира получит специальный скин ультра абиссальной редкости, а игрок, занял второе место, скин абиссальной редкости. Что-то я так и не понял, что это за снаряжение против зубов. Ага, понял. Если улучшать памятную монету, то на том месте, где вас убила акула, будет лежать типа надгробие. Ну, это прикольно. Это прикольно, но... А вот что это за снаряжение против зубов, вот это я не понял. Ладно, я пойду выполнять квесты. Мне надо выиграть 3 боя за лисью акулу. Поэтому я буду сейчас делать этот квест. Буду пытаться играть за акулу. За акулу играть довольно тяжело. Потому что акул всего 2, а водолазов аж 4. Вот. И когда ты подплываешь к водолазам, шансов у них убить тебя больше, чем у тебя их. Потому что их 4. Они могут смотреть в 4 стороны. Уже к ним тяжко подобраться, тяжело. Они могут палить со всех стволов. Это тоже шквальный огонь, и ты просто умираешь, не доплывая. Поэтому катки выигрываются только за счет очень большого мастерства. Так, я не понял. Еще я нажал играть. А, я не нажал найти матч. Гоню я. Вот, катки за акулу выигрываются только за счет большого мастерства. Надо показывать максимум мастерства игры за акулу, чтобы победить. И надеяться, что среди водолазов будет много нубов. Если будут один, а тем более 2 опытных игрока, уже можно за акулу слить.
потому что опытные игроки, они не сидят на одном месте и ждут, пока акула подплывет и съест их. Опытные игроки выплывают за пределы комнаты, они знают, откуда будет плыть акула, и только-только заметив, что акула плывет к ним, как они, кстати, замечают, я не понимаю, я как не пытался разглядеть что-то в воде, я ничего не вижу, я уже вижу акулу, когда она проплывает прямо передо мной. Вот когда от акулы до меня остается там, не знаю, 2-3 метра, то есть это уже расстояние броска. Как только остается 2-3 метра, тогда я только акулу замечаю, но я уже ничего не могу сделать, так как она набрасывается и схватывает меня. Другие игроки как-то замечают акулу. Фиг знает, с какого расстояния. Не знаю, как они это делают. Я бы тоже так хотел. То ли у них на мониторах лучше матрица, лучше сам экран, который передает краски. То ли они как-то подкрутили яркость экрана. То ли у них читы. Я не знаю. Так, ну что ж, приступим. Водолазики опускаются на дно. Карта, ну, так себе, честно говоря, тут не очень легко водолаза убивать. Я уже и отвык. Ты смотри, как мне удалось одного захавать, чудо. Так, теперь надо, наверное, вот тут. Не захавал. Что ж, возьму ловкие плавники и перк. Чтобы я мог сделать больше выпадов. Так, ну. Блин, ну... Просто немного не хватило его съесть. Просто немного. Блин, что только что было? Мой напарник самоубился. Он что творит? Мы так не выиграем. О! Он вышел теперь. Он вышел. И вместо него играет бот. Ну все. Мне можно уже тоже выходить, в принципе. Ладно, я поиграю, просто чисто потренируюсь. Хватать водолазов так, чтобы... Чисто потренируюсь водолаза хватать. У меня дубинка. Так, надо, блин, не хватает. Надо будет брать зубы, которые оставляют раны, после которых что это падает вверху вот такой. Так, блин, мне вот это перк на зубы, где он? Вот он. И все, теперь водолазу будет тяжеловато. Даже если он вырвется, у меня есть пасти. Блин. Он знал, откуда я буду плыть. Но как-то быстро меня замочил, не знаю.
Почему-то как-то другим игрокам удается, когда они за пулу играют, долго жить. А меня убивают буквально очень быстро. Я его очень сильно попоцал. Может, он сам умрет. Я надеюсь. Но я его таки довольно сильно покоцал. Ну блин, ну что ж такое, ну. Вроде смотрю на водолаза, вроде целюсь на него, чтобы схватить рывком. И, блин, попадаю не на водолаза, а бьюсь просто башкой об железо вот эти фигни. Вот за это эту карту не люблю. Тут не очень понятно, где. Где, собственно, водолаз? Где стенка? Так, ой. Печалька. Ладно. Ладно, так. Может мне взять или нет? Я думал взять, чтобы лучше видеть акку. Так. Ну я его покоцал, может он умрет от ран. Если у них там нет аптечки. Если он нет. Не, вот мне повезло с засадой. Мой напарник просто взял и вышел. Просто сволочь. Подставил меня. Что это было? Как так меня одним этим убили? Я не понимаю. Как? У меня целые были хп. Один выстрел, все, я труп. Что это за имбовое оружие такое? Это гарпунное. Ружье гарпунное. Одно попадание. Все, я труп. Как играть? Как, мать его, играть? Ой. Я вообще его оттуда не ожидал. Ну? Хватайся ты. Я же сейчас умру, как. Как я вот это ненавижу. Вот разрабы сделали вот этих тюленей, которые маленькие, которые плавают по хрен пойми какой траектории, которых схватить очень тяжело. Ну как меня так быстро убивают? Ну что это за хрень? Ну почему? Одно, мать его, попадает. Да все. Катка уже давно слита. После того, как один вышел. То слита катка или нет, решается еще в начале. Если в начале преимущество закон, все, значит катка будет закон. Если за водолазами преимущество, значит катка будет за водолазами, потому что потом водолазы все покупают себе крутые пушки, водолазы покупают себе крутые пушки, тыкают сюда приборы. И уже водолазов так просто не убьешь. Да, акулы тоже покупают. Блин, где он? Вот как так? Вот как они это делают? Я бы не заметил даже. Плыву, блядь. У меня над башкой водолаз. И уже у меня стоят отравленными этими патронами. Как так можно играть?
Вот почему я не люблю вот эти квесты за акул. Они меня очень сильно бесят. Очень сильно, я прям... О, мне прям монитор разбить охота. Клавиатуру пополам разломать, когда... Когда вот так вот катки сливаются, когда все против тебя. Когда ты хватаешь водолаза, вот, а тебя убивают другие. Или когда тебя убивают с одного выстрела. Или когда тебя видят на расстоянии и убивают. Играть просто невозможно. Или когда выходят напарники, и за тебя играет бот, тупой бот. Да, он что-то как-то пытается играть бот, но это бот. Он играет по-тупому. У него нету элементов неожиданности. При игре за акулу очень еще важно элемент неожиданности. Когда ты подплываешь с той стороны, где тебя водолазы не видят или не ждут. А боты так не умеют. Они тупо плывут напрямую к водолазам. Надеюсь, сейчас будет какая-нибудь нормальная карта. И надеюсь, что у меня будет нормальный напарник. Лучше, чтобы он играл лучше меня, потому что я играю очень плохо. Я это признаю. Я не буду спорить даже. Я играю плохо. Чтобы играть за акулу, нужна очень хорошая реакция. Чтобы играть за водолазом, особо хорошая реакция не нужна. За водолаза есть разные тактики. Можно пассивно играть, то есть расставляешь мины, маячки. Акулы сами дорываются на эти мины. Вот. Можно играть активно, то есть выплывать из помещения, заранее стрелять в сторону, откуда может плыть акула. А вот чтобы играть за акулу, нужно только одно умение. Играть активно. Быстрая и хорошая реакция. Без этого выиграть нереально. Так, ну нафиг. Первым я буду брать перк пилообразные зубы, а луки плавники потом. Или все-таки нет? Не, все-таки зубы. Потому что этим плавниками, даже если с помощью этих плавников, даже если схватишь водолаза, то без этих острых зубов его придется долго жрать. А если другие водолазы не нубы, они просто не дадут доесть водолаза ихнего напарника. Они тебя просто убьют. Поэтому возьму зубы, чтобы водолазы истекали кровью. Что это было? Как меня так быстро убили? Блять, как я это ненавижу. Целые хп. Целые. Хватаю водолаза. Жру его. Сука, один выстрел с пистолета меня убивает. Как они это делают? Сука, я не понимаю. Бля, мой напарник за такую же самую акулу, как и правильно. Блин, я еще ни одного не съел. Сука, что происходит? Я ни одного не съел, мой напарник уже двух. Вот как другие игроки так играют за акул? Почему так хуёво играют? Бля.
Наконец-то я хоть одного съел. Фу, как же тяжело его закул. А надо жрать их быстрее, потому что они покупают пушки. Ну бляха, сука. Ну немного же осталось. Ну как так? Вот как им это бесит. Ну ты лятый. Я держу W, а он не плывет. Так, где они, острые зубы? Все. Все, приплыли вы, товарищи. Теперь с моим зубиком не вылетитесь просто так. Ну, сука, ну... Ой, как меня это бесит. Главное, я видел, как другие играют за акулу. Они как будто знают, где кто. Я вот заплываю в комнату, я ничего не понимаю, где кто сидит. Сука, другие как будто знают, где кто. Бля, ну это ля, он за мной прям плыл. Прям, сука, плыл за мной. Когда я успел 2x есть. Что это было? Так. Теперь острые плавники. Тоже очень-очень полезная хрень. Острые плавники. Так. Так. Бля! Бля ты. Они уже мины ставят. Все. Вон, одна мина, и я взорвался. Я видел, как некоторые акулы переживают 2-3 мины. Я от одной взорвался. Ну просто обидно. Так, мне нужен тюлень. Где тюлени, мать его? Вот они. Вот они. Муляты. Ну как так можно делать эти гребаные тюлени? Ну почему у меня такие должны быть проблемы, чтобы схватить его? Ну все, я думаю, мне этих тюленей хватит. Так, где эти водолазы гребаные? Так, где мой напарник? Я его покоцал хорошо. Че он от меня спрашивает, почему ты нулевый? Че за нулевый? Бля! Почему ты нулевый? Какой еще нулевый? Так, что мне взять? Возьму, наверное, электрокрень. Чтобы лучше. Блять. Опять эта фигня. Опять этот баг. Если я умираю, держа W. Я появляюсь, держу W, он не плывет. Сука, пида. Я его, конечно, хорошо покоцал, но, блядь, ну как он живет? Как он, мать его, живет?
Так, тут есть скорость. Удар хвостом 2. Честно говоря, перки такие себе, вот акулы. Ломают стены. Ну ладно. Пусть будет ломать стены. Так. Они меня тут уже ждут. Я его покусал, конечно. Опять эта фигня. Опять, сука, эта фигня. Все, мы затащили, мы затащили. Хорошо, что у меня напарник не нуб. Так, так, так. Бля, что тут? Бля, так где он? Ничего себе. Он 8 акул. Ой, 26 лобану сожрал. Вот это он играет. Капец. 26 водолазов. Я только 8. Как же он играет? Я так не умею. Некоторые по столько акул убивают тоже. Как они умеют? Как это делают? Что это за игроки? Они читеры. У них такая реакция. Это... Для меня это пусть какие-то терминаторы, а не игроки. Я не понимаю, как они это, мать его, делают. 26 акул. Ой, водолазов. Это вообще... Да уж. Ладно, вторая каточка. Пишут, обед из тюленя вылечит любую акулу. Только они не пишут, что этого тюленя еще попробуй поймай. Это во-первых. Во-вторых, чтобы более-менее нормально так восстановить хп акуле, надо 2 тюленя. 2, а то и 3. Я вот одного не могу понять, то ли акулам порезали перки всем,
то ли у конкретно этой акулы мало перков. Сейчас я после этого боя, после этой катки, зайду, короче, сделаю одиночный бой с ботами и погляну, какие перки у другой акулы, у другой, не лисьи. Будет ли там больше перков или столько же. Так, мне срочно. Ты знаешь, какие они наглые. Ты смотри, какие они наглые. Бля. Да где эти гребаные тюлени? Так, все. А почему напарник такой пассивный, а? О, вы еще и убили. Бля, как они меня видят, суки. Да все, это слив. Это слив. Если мой напарник никого не мог убить, за это время, пока я нуб уже одного съел, мой напарник еще никого не съел, то это товарищ слив. Такой же нуб, как и я. А чтобы выиграть, мне нужен напарник, опытный игрок. Вот он плавает по кругу и не знает, что делать. Я тоже не знаю, что делать. Они все кучкуются вместе. Их так легко не схватишь. Бля, немного. Так, надо ждать напарника, когда он будет атаковать и за компанию. Только так есть шанс что-то сделать. Так. Ты, лята, я съел один. Чудо, ладно. Где мои острые зубы? Обожаю острые зубки. Зубки, зубки. Ля. Стреляет в жопу, гад. Ну что это было? Я нажимал же рывок. Блядь, как же меня это бесит. Нажимаю рывок, моя акула тупо плывет. Тупо плывет, блядь. Блядь. Никак меня это бесит. Вот это невозможно понять из-за этого тихнего акулевого зрения, невозможно понять, водолаз перед тобой или он находится за стенкой.
Мне кажется, что он находится передо мной. Я делаю рывок, а он, блядь, за стенкой. Сука, как же ты бесишь. Я думаю, он передо мной, а он за стенкой, блядь. Я тупо в стенку тыкаюсь. Сука, хуета, просто хуета. Нельзя как-то более. Бля, выехал. Ты смотри, еще чуть-чуть и убил бы. Ты лёты! Вот как они так делают? Сука, плыл за мной. Хрен знает куда. И убил таки. Почему я так не умею? Блядь. Плыл за мной. Хрен знает куда. Только начал возвращаться. Он меня убил. Как, сука, играть? Блять, ну как они делают это? Ну, сука. У меня ощущение, там читер у них. Он видит заранее, откуда будут плыть акулы. Я еще только-только подплывал, начал целиться. Это хуло, блять, водолазное. Уже выплывает и в меня стреляют в мою сторону. Я, блядь, знаю, где я буду, блядь. Питарас! Бля, ножом меня убил, брат. Он уже заранее выплывает. Заранее целится, сука, пидор. В ту сторону, где я буду. Бля, я только что его покоцал. Он у меня вырвался с зубов абсолютно без крови. Абсолютно. Как будто я его не коцал. Это что такое, блядь? Обычно водолазы вырываются с зубов акулы, все окровавленные. А не сдох. Блядь, что это? Это полезный перк. Делать рывок. Ах, сука, отравленный. Да, это слив. Я вижу, мой напарник юзает перки всякие, который увеличит очки опыта, но это не поможет, к сожалению. Мне кажется, там среди водолазов читак. О, я убил водолазов больше, чем мой напарник. Ну, все понятно. Мне попался напарник еще хуже играющий, чем я.
То есть я думал, что я полный нуб, и я плохо играю. Оказывается, вот нашелся человек, который играет еще хуже меня. Поэтому мы слили эту катку. Да. Печально. Ну что ж. Что ж. Сейчас я зайду в одиночную. В одиночную. Сложность бота пассивная. За акулу. Начать одиночный матч. Сейчас я выберу другую акулу и гляну, какие у нее перки. Что ж так долго-то? Ну давай. Так, выборка я. Акула-молот, к примеру. Продолжим. Да. У акулы-молот. Другие перки. Вот ускорение есть. Да-да-да. Инстинкт убийцы, жажда крови. А если... А если выбрать лисью? Сейчас я эту карточку сыграю. По-быстрому уничтожу стил. И попробую. Попробую. Карточку. Опять же, соло. За лисью. Будет ли там меньше перков? Блин. Один из самых дебильных перков. Это ударяясь в стену, мы восстанавливаем выносливость. Зачем? Зачем восстанавливать выносливость, ударяясь в стену? То есть вместо того, чтобы ловить и жрать водолаза, я должен, как мух, бьется о стекло, я должен врезаться в стены. Что за дебилизм? Акулы молот, наверное, самый дурацкий перк, который только возможен. Ясно, ясно. Так, что там? Блин. Что это у меня открылось? Почта. Ох, ничего себе писем. Накапало. И все с Steam Store. Ваш предмет продан. Понятно. Ты мне пишешь, что продали мои карточки. Нафармленные. Так. Так. Теперь я сыграю. Стоп, стоп, стоп. Это одиночный? Нет, это, конечно, не одиночный. Так.
Блин, я что выбрал за кул? Играть. Или выбрал? По-моему, нет. По-моему, я не выбрал. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Бля, какое красивое начало. Лодка стоит. Значит, я, наверное, за глазу буду. Стоит лодка. Нет, закул. Так, мне нужна лисия. Ну-ка. Да, у лисия акулы меньше перков. Я не знаю, почему так. Почему ее бедную так обделили? Почему у нее меньше хп, меньше перков? Ну да, она ловче, она более ловкая. Из-за этого стоит ее так обделять в перках? Что за бред? Это еще способность удар хвостом. Тоже что за бред? Этот удар вообще ничего не может. Водолаза он не убьет. Стенку не разрушит. Ну вот, стенка. Лисий хвост. Чё это? Ничего, стенка как стояла, так и стоит. Теперь по Стиву. Со Стива снял, наверное, 1% КП. Вот такой лисий хвост. 1% КП. Что это, мать его, за перк? Что за бред? Сейчас я попробую по водолазу. Водолаз просто вскрикнул. От моего удара он просто вскрикнул. Да уж. У лисия акулы такой же бесполезный перк, как и у акулы молот. Бред из бреда. Какой-то удар хвостом дебильный. Я еще не могу понять, куда я попадаю вообще. Ну, какой-то прицел был, что ли. Как в самолете. Не, полный бред. Это удар хвостом, полный бред. Не, я видел, что если его прокачать, он будет типа как мощнее. Но все равно, это такой бред. Наконец-то. Да уж. Да уж, да уж. Ну, теперь продолжу опять выполнять квест за лисью акулу. Два слива уже было, одна победа. Один раз напарник вышел, второй раз напарник оказался еще более нубом, чем я. Поэтому вся надежда, что повезет с напарником.
Так, так, так. Лисья акула. Продолжить. Приготовьте. Перевод, конечно, на русский такой корявый. Ну, не сильно корявый, но местами корявый. Например, не приготовьтесь, а приготовьте. Что я должен приготовить? Да не первый раз я вижу, когда тут русский текст как будто обрезан. Буквы обрезаны. Текст, например, выберите эволюционно. А дальше все. Что за эволюцион? Почему нельзя как-то нормально перевести? Чтобы буквы, часть букв не была обрезана. Почему так нельзя сделать? Напарник за тигровую акулу. Ясно. Тигровая вроде неплохая. Или нет, или плохая. Да с другой стороны, тут нет плохих акул. В принципе, да, тут есть хорошие, плохие перки у акул. А вот самих хороших, плохих акул нету. За любую можно. Играть нормально. Конечно, лисья, она очень, очень быстрая, лисья акула. Этим она мне нравится. Так. Блядь! Как мне это делать? Я не понимаю, ну как? Только началась катка. Меня уже стреляют пистолетом с маячками. Не, ну маячок, может, появился от этого, от зонда. Но как он меня уже заметил и начал меня стрелять, я это не понимаю. О, это одна из моих самых нелюбимых карт. Ага, вот откуда я буду плыть. Сейчас подожду, пока мой напарник. Блять, как они это делают, сука? Я даже одного съесть не могу. Ну все, это опять слив. Я даже не могу съесть одного. Блять. Как они, мать его, это делают? Просто два выстрела. Два, Карл. И я труп. Сука. Он меня одним ножом убил, как будто. Ну, меня добили, конечно, с оружием, но все равно. Блять, ну как я его не схватил? Ну, блядь. Так нужны эти зубы острые. Без них как. Ух! Наконец-то я куплю острые зубы. Да, детка, да. Сучки, теперь вы мне попляшете. Теперь вы меня получите. Ну, блядь. Плыви сюда, давай. Давай, гад. Сука, выбивался. Точно убили. А этот добил как раз того, которого я не покоцал. Обидно. Он бы мог сам сдохнуть. От потери крови, к примеру. Ой. Хватит умирать, ага.
легко сказать, хватит умирать, трудно сделать. Я бы сам хотел меньше умирать, ну да. О. Сука. Хрен за такого расстояния мочит. Простым пистолетом, гарпуном. Блять, как они это делают, сука, я не перестаю задаваться вопросами. Я стрелял, дело в том, что с этого пистолета я стрелял. С него попасть очень тяжело. У меня даже два пистолета таких было в руках. С него очень тяжело попасть. Как он сохранен, на какого расстояния попадает, убивает, я не знаю. Блять, да где они? Меня эта карта бесит. Она такая неудобная для пул именно. И наоборот, для водолазов она шикарная. Она шикарная для водолазов, но для пул. Поймал он меня. О, острые плавники. Это то, что мне надо. Острые плавники. Так, так, так. Ну чё за грёбаная карта? Почему я должен плыть, блядь, куда-то вверх, блядь? Как же это бесит. Какого хрена? Говорит, хватит умирать. Да тут если не умирать, сейчас уже... Они сейчас уже подплывут к этому. К Стиву. Ой. К магниту. И все. Тут уже приходится умирать. Рисковать. Время уже на исходе. Блять. Стив плывет к выходу. Ну блядь. Ну как другие могут так играть за акулу, сука? Хватают. И тут же через секунду разрывают. И хватают следующий. Разрывают. Я хватаю, полчаса его мотыляю в зубах. Как другие это делают? На расстоянии меня мочит. А еще один слив, блядь.
Так. Что ж, пойду в следующий матч. Блять, уже в начале турели, капец, что за бред? Почему я в начале? Чем мне пишет? О мой бог, мужик, типа как ты играешь? А ты как играешь, блядь? Двоих съел только. Ну да, я ни одного не съел. Так хуй тут съешь, ничего себе. Уже, блядь, два пистолета он купил, блядь. Только начало боя, уже, сука, у чела два пистолета. Уже турель стоит, которая всех мочит. Как ты играешь? Да как тут играть? Я не знаю, какая нужна реакция, чтобы играть за акулу, вот честно. Меня чем эта игра бесит, и конкретно игра за акулу. Потому что я не знаю, какая игра. Какая должна быть реакция, чтобы за акулу кого-то убивать, блядь. Это как нужно знать карты? Это как нужно знать, откуда заплывать? Как атаковать? Чтобы, блядь, кого-то захавать. Сука! Уже у них пистолеты с этими, с кровоточащими пулями, блять. А вот он, кровоточащие зубы. Не хотите, суки? Так. Блять, откуда он стреляет? Ага. Вон он.
пернатый. Меня еще чуть не убил. Выплыл, хрен знает. Откуда? Выплыл, хрен знает откуда, еще меня чуть, блядь, не убил. Гребаный тюлень. Фиг его еще убьешь так. Где этот Стив? Вот он. Как я его, конечно, как я его убил, это просто... Блядь. Ну, блядь. О, острые плавники. То, что надо. То, что доктор прописал. О, уже кто-то от кровотечения умер. Ой. Откуда кто стреляет? Так. Не люблю эту карту. Ох, не люблю. Тут водолазом вот в этом месте очень легко обороняться. В отличие от акул. Бля. Так, что ж выбрать, да? Ловкие плавники, наверное. Чтобы делать больше выпадов. Так, так, так. Ох. Напарника убили, он даже никого не успел убить. Печально. Ой. Он уже плавает, он уже знает, где нас ждать. Сам выплыл ко мне. Сам ко мне выплыл. Так. Так. Ну ты лёты. Как они это делают? Блядь, как они это делают? Я тоже так хочу. С километра у меня, блядь. С километра. Сука, как он меня видит? На мне же маячков нету. Как этот пидор меня видит и стреляет с километра? Я плыву на ускорении, делаю рывки, и он, блядь, мне в жопу палит с километра и попадает. Фу, как же это бесит, товарищи. Лоу ХП. Ну, понятно, что лоу ХП. Все-таки удар хвостом — классная вещь, я вам скажу, товарищи. Теперь еще шкура укрепленная. Так, 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 так. Что они там задумали? О, мой напарник на мину напоролся. Печально. Хм. Я водолаза натолкнул на его же мину. Прикольно.
Мозглазы такие злые, что расстреливают наши трупики. Я, ну их еще до хрена. Блять, их еще до хрена. Все, мы продули. Мы продули. Да уж. Я вижу, что мы с этим игроком играем почти одинаково. Ну, он немного лучше. Немного лучше. Я помню, кстати, когда была акция бесплатно выходные. Так там столько было нубов. Хо-хо-хо. Я помню, зашел, за кул сыграл. Водолазы сами лезли мне в рот. Сами. Сокровища получили. Вот глаза сами здесь не в рот. Я на их глазах ел водолазов, они просто тупо на месте плавали, смотрели, как я ем их товарищей, и ничего не делали. Вот что значит игроки нубы. И вот что значит опытные игроки. Когда ты только подплываешь к комнате, которая засели водолазы, они уже выглядывают просвет двери или окна и уже стреляют в тебя. Приходится ныкаться за стенками, как-то подкрадываться. И вот что значит нубы, когда ты просто заплываешь свободно в комнату, свободно выбираешь любого глаза, хватаешь, жрешь, остальные тупо висят и смотрят, как ты ешь их товарищей. Да. Что же так не везет, а? Трясли в одна победа. Ох. Я, наверное, буду делать так. Я гляну, какого напарника мне даст матчмейкинг. Если я увижу, что напарник играет хорошо, с динамикой побед, точнее с процентом побед лучше, чем у меня, намного, то я буду играть тоже. Если я увижу, что напарник играет так же, как и я, или хуже, то я, наверное, выйду. Так что вот так я буду делать. Так, лисья. Где кнопка «Приготовьтесь»? Ну, вот что это за баги? Выбрал акулу, кнопка «Приготовьтесь» неактивна. Раунд начнется через... И у меня стоит тут готовность. Что за бред? Судя по тому, что у моего напарника ник из цифр, вряд ли это какой-то опытный игрок. Я удивляюсь людям, которые себе делают такие ники. Что у них в голове, как они думают. Просто цифры. Ник просто цифр. Что ими движет? Непонятно. Ладно.
не буду я ныть. Преждевременно вдруг это кажется великий игрок за кул. Мало ли. О, меня уже просканировали. Все ясно. У нас уже... Блядь, опять эта карта, блядь. Ну или похоже. Как я ее ненавижу. Это когда такая здоровая комната, в которую можно заплыть только через окна или двери. Которая здоровая, но которую, в принципе, ну, которую как-то заплываешь, тебя сразу видно. Так, ну кажется, тут все понятно. Это очередной слив. Они сканируют, вон. Его просканировали. Они знают уже наперед, откуда плывут акулы. Они сканируют то место. И ты только открываешь, и тебя сразу мочат. Так. Ну что ж. Так, где Стив? Вот он. Ну, я понял, короче, можно выходить. Это можно выходить. У меня... Я одного съел, мой напарник никого. Ладно, еще одного съем. Хотя зачем? Да. Удачи, повеселитесь там. Выхожу. Я не хочу играть заведомо уже проигрышной катке. Не хочу. Пусть там я бы за эту катку получил бы скин. Мне пофигу. Мне пофигу. Мне нужны победы. Мой напарник не съел ни одного. Просто ни одного.
Серко. Ну это может быть не нуб. Ну давайте, давайте уже выбор, акулы. Сколько можно тянуть? Кота за хвост. Так. Лисья акула. Продолжить. Начать. Что ж, надеюсь, у меня напарник не нуб. Бля, опять эта карта. Как же и я ее не люблю. Когда будет нормальная карта уже, сука? Что мой напарник творит? Кто мне скажет? Что он делает? Так. На меня подрался? Ясно. Так. Бля. Ну, сука! Блять, как же это бесит! Как они это делают так быстро плавать, эти водолазы, блядь? Я рыбки делаю. Он хоп в одну сторону, я в ту сторону, он хоп в другую. Блять, да как же вы это делаете? Почему я так не умею из водолаза? Почему я плаваю как мешок с кирпичами, когда я из водолаза? Почему, сука, эти пидоры? Эти пидоры дергаются, как флеши. Все ясно, можно выходить. Так, сейчас я. Он одного. Пока я съел троих, мой напарник съел одного. Вот. Это нуб, это нуб, это слив, это выход. Я один тащить не умею катки, так как мне делают некоторые игроки по 26 килов. 26 килов. Это просто машиноубийство. Я так не умею играть. И тут чел одну водолаза съел. Да. Что ж. Следующий год. Я говорю, буду выходить, тупо выходить. Мне пофиг. Пусть там играет с ботом, как хочет. Мне нужны победы. Победы. И желательно, чтобы я не сидел до ночи. Играл. А так можно до ночи играть с такими напарниками, с таким матчмейкингом. Можно играть до ночи.
О, Галеон. Вот это, в принципе, карта неплохая. Что? А, нет. Или да. Опять этот чел с цифровым ником за акулу. Только не это. Я же вышел уже из боя одного. Где этот чел был? О, я вижу тут цифровые ники распространены. Вон еще у одного. Что это вообще такое? Почему у этих людей цифровые ники? Да, он за акулу. Цифровые ники, он за акулу. А у другого цифровой ник, он за водолаза. Что это? Блять, как они так делают? Сука, ну как же бесит. Еще говорил, карта норм. Да не, ну в принципе норм, блин. Что-то не прет. О! Опять ну. Ни одного не съел еще. Он еще не съел ни одного. Да почему? Ясно. Цифровой ник, ну. А может это боты какие-то, а? С цифровыми никами. Может это не люди играют, а боты? Какие-то игроки придумали ботов, чтобы это, чтобы фармить квесты, чтобы фармить вот эти скины. А чё, вполне вероятно. Делаешь такого бота, он заходит в игру, сам за тебя играет, просто тупо плавает, плавает балластом, вот. И после каждого боя ты получаешь опыт, получаешь какие-то скины, продаешь их. Бой это капец. Второй раз подряд я у себя в напарниках вижу акулу с цифровым ником, и он играет просто как полное дно, как бот. Именно как бот, так играют боты. То есть просто тупо плывет напрямую к этим к игрокам, просто тупо хватает. Мне чтобы там, не знаю, с какой-то неожиданной стороны подплыть, сделать какой-нибудь оригинальный захват. Мне просто тупо напрямую все вот делает прямо, предсказуемо. Да уж, так можно играть до ночи. Firefox, Огненный лес.
Может быть, это будет опытный игрок. Ну, ну, плиз, рандом, рандом. Так, ладно. А. Чего за музыка страшная? Ой. Так. О, зажил игроков, точнее за команду Водолаза играет бот. Вот это шанс. Это шанс, потому что боты играют очень-очень тупо. Да-да-да, это шанс. Боты играют очень тупо, так. Острые зубы. Все. Эту катку я играю. Эту катку я не выиграю. Да-да-да. Это оно. Это оно. Этого я ждал. Так. Блять, только не этот ёбаный щит, сука! Никого, блять, не вижу. Грёбаный противокули щит. Не знаю, зачем он заплывает. Грёбаные боты. Блять, я не могу съесть второго игрока. Не, третьего. Что с мной происходит? Острые плавники вперед. Только не щит, сука. Я ж ничего не вижу. О, класс. Не знаю, как-то другие игроки
другие игроки заплывают, хватают водолазов, даже несмотря на вот этот щит против акули. Я ничего не вижу с этим щитом, просто ничего не вижу. Блять, ну сука. Ничего себе он играет, этот Firefox. 3 килла. Трипл килл. Блядь. Вот почему я так не могу? Ну вот, я даже одного не съел. Просто не съел даже одного. Он 3 килла. Я не понимаю, как мне это делать. Может мне взять лучное зрение? Я еще плохо вижу эти подолазы. Так. Сука, я играю как мог, не сейчас. Я чувствую себя, как вот те игроки с цифровыми никами, которые повыходили. Я просто как мы играю. Я никого не могу съесть. Я даже бога, сука, бота не могу съесть. Ну что происходит? Ну почему, блядь? Что это? 5 кило. 5 несчастных кило. Сука, только не щит. Ну, блядь, ну... Как они так уворачиваются, сука? Пиздец какой-то. Как они так уворачиваются? Вижу водолаза. Примерно рассчитываю, где он окажется в следующие несколько секунд. Прыгаю туда. Сука, он уже в другом месте. Или это пинг такой, или что это такое, я не знаю. Как другие игроки играют за фу. Хватает одного, хватает другого. И все это быстро, быстро, быстро. Почему я так не умею? Ну, я выиграл. Фу. Еще одна победа.
Да, карта, конечно, так себе. Надеюсь, напарник будет такой же опытный, как в прошлый раз. Потому что я играл аж стыдно, просто за себя стыдно. Как я вот целюсь, вроде должен я схватить этого водолаза, и, сука, мимо, просто мимо. Пролетаю в него. Ну как так? О, да. Это явно не тот опытный игрок. Ой. Ля! Что происходит? Один игрок своим копьем убил две акулы. Что происходит? Хоть у нас читак? Я не понял. Он копьем две акулы убил. Как там? Сука, я не понимаю. Как они так могут? Две акулы, блядь. Как они так могут? Как они так делают? Уворачивается. Так. Иди сюда. Сука. Вот что я за игрок? Я тюленя поймать не могу. Какой там водолаз? Да. У нас кило одинаково. Не, это слив. У нас одинаково кило. Это значит, что мы играем одинаково. Это значит, что мы вряд ли затащим. Потому что в прошлом бою у чела было 26 килов. У меня, по-моему, 7. И мы, короче, дотянули до того, что Стив подплыл почти до магнита. То есть уже была почти конец катка. Когда мы выиграли. А тут у чела только 3 кило. И у меня 3. То есть мы играем одинаково. То есть шансы выиграть, ну, мало.
Блин, а чё микрофон выключился? 2 часа 13 минут я уже играю. Я не понял, какого хрена выключился микрофон? Я ж его не выключал. Чё за бред? Непонятно. Капец, я больше 2 часов делаю задание. По 3 победам за акулу. Больше 2 часов. Это просто жесть. Жалко, нет у меня квестов за
за 3 победы за акулу, гоблин. Я бы поиграл. Очень интересная акула. Способна клонироваться от себя. Да, макер. Ой, бля. Ой. Сука, как так? Как так можно? Это больше всего ненавижу, когда в начале убивают. Не дают фрага сделать. Сука. Как игра. Где эти гребаные тюлени, а? Где они? А, вон они. Так. Так, так. Острые зубы, блин. Карта какая-то. Фиг тут разберешь, куда плыть. Бля. Где тут, что тут? Еле убил. Фух. Так, где? Блять, как я это не люблю. Так. Ну сука, как сюда заплыть? Блять. Хоть напарник у меня не нуб. Ну я, блин, так люблю, аж мне стыдно просто. Просто стыдно. Блядь. Как они это делают? Сука. Ну, блядь. Кто меня спаунит за километр от Стива? Кто меня спаунит буквально в нескольких метрах от Стива? Я еще думал, Стив хрен знает где. Он тут рядом, блядь. Не, ну конечно, если играть за гоблина, то, блядь, можно много сделать. Ой, ой.
Гоблин акула, конечно, хороший. Так, острые плавники и видимость. Мне нужна видимость. И плавники острые, которые будут добивать уже, блядь, раненых. Сука, как я не вижу эти щиты? Ничего ж не видно. Где водолазы вообще? Где вход? Ой. Сюда это. Это не то. Блять. Как хорошо, когда напарник тащит. О, 19 кило, у меня только 7. Я ничего не могу. Щит уже поставили. На. Благодаря опытному напарнику я сделал 2 квеста. Наконец-то. Фух. Устал. Сейчас скажу общее время, которое я делал эти квесты. Еще монету получил. Так. Так. В следующей очереди надгробие. Ясно. Странно как-то. Тут написано «Вурдалаки и гоблины. Сокровища». Тут написано «Вурдалаки и гоблины. Сокровища». Тут «Вурдалаки и гоблины. Золотой сокровище». Хм. Почему оно отличается, а? Почему это золотой, а это просто сокровище? Непонятно. Да. Ну, как бы то ни было. На этом завершаю свою запись. Спасибо, что смотрели. Почти 2,5 часа делал эти гребаные квесты. Закул. Фух, это я еще выходил из каток. Я где-то 10 раз вышел из каток. Если бы я все катки играл, а не выходил, я бы, наверное, 4 часа делал этот квест. Это, конечно, жесть. Ну ладно, все. Всем спасибо за внимание и удачи.